Индекс производства за прошлый год в Алтайском крае стал максимальным за 16 лет – почти 106%. Это выше, чем в среднем по России, а в Сибирском федеральном округе регион стал и вовсе вторым. Выше только Новосибирск. Обеспечили такое место в рейтинге несколько видов деятельности – производство кокса, металлических изделий и электроники. Но основным драйвером стало производство автокомпонентов – внушительный 145%. За 5 лет доля этой отрасли в индексе всей промышленности увеличилась почти в 10 раз. Традиционно ключевая машиностроительная отрасль нашего региона, вагоностроение, также показала серьезный рост, 113,9%. Показатели в ней формируются предприятиями «Алтайвагон» и «Барнаульский вагоноремонтный завод». В 2023 году этими предприятиями было выпущено 10,7 тысяч вагонов. Были и падения. В первую очередь в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий. Виной тому пожар на шинном комбинате в декабре 2022 года. Из-за сгоревшего цеха по производству сырья заводу совместно с властями пришлось искать новых поставщиков. Серьезный удар пришелся и по аграриям. Из-за общероссийского падения цен на зерно уменьшился спрос на сельхозтехнику. 2023 год по сравнению с 2022 по отрасли сельхозтехники просел приблизительно 20-25%. Ну, в основном это вопросы цены на сельхозпродукцию, это вопросы логистической составляющей, достаточно сложно вытолкнуть и продукцию. Ну и вопросы с льготным кредитованием. В этом году мы ожидания на самом деле не очень оптимистичные. Они связаны с тем, что льготное кредитование инвестиционное сегодня пока приостановлено. Также продолжается и борьба за кадры, число которых уменьшилось в связи с автоматизацией и цифровизацией многих процессов. Впервые за 5 лет число работников сферы выросло, притом сразу на 2%. Способствовало этому прежде всего, конечно, заработная плата, которая по официальным данным в среднем увеличилась более чем на 20%. Сдерживают кадры и другими способами. В основном это бережное отношение к людям, открытость к ним, возможность диалога, возможность их роста, повышение эффективности их труда. В энергетической отрасли показатели примерно на том же уровне. Незначительное увеличение объемов производства электричества является нормальной тенденцией последних лет. Но количество производимого тепла снизилось значительно, почти на 8%. Это обусловлено не холодной зимой и программой энергосбережения. Одни из главных задач в этой сфере на 24-й – повышение надежности оборудования и увеличение числа объектов с резервными источниками энергии. За 2 года этот показатель достиг 80%. Данил Кузнецов, Михаил Филиппов. День с толком.